Есть. Даник выиграл. 1-0. Да, Ханька, да. Кто первый? Что? Что скажет тут Гуляна? Одинаково. Одинаково? Да. Стоп, Матер. Вот смотрите. Здесь. Лучше посмотрите. Если вы хватаете человека за туловище, хотите сделать бросок, то, естественно, вы будете падать вдвоем. Один сверху, один снизу. Это довольно травматично. Я вам предлагаю, вы сами делаете, все-таки постараться вытолкнуть соперника. Вытеснить его. То есть руками тык-тык-тык-тык толкнуть. Тогда вы не будете падать. Раз. Два. Теперь насчет бросков. Смотрите. Он пошел на меня, я ему сделал бросок. Бросок мы будем считать или не будем? Или просто кто первый упал? Кто упал спиной, тот и проиграл. Да. Или как? Да. Без бросков. Да. Считать броски не будем. То есть, да? Вот тот, кто падает спиной первый, тот и проигрывает. То есть если Чезар падает на живот, а Бутук падает на бок или на спину, значит Чезар выигрывает, да? Ну смотрите, готовы? Отжимаем. Так, стоп, Матер. Хотите я вас сюда подключу? Или пока сами? Пока сам. Пока сами. Пожалуйста, пожалуйста. Кто первый тогда, кто первый выйдет, то ну вот решите, да, вот тут. А я посмотрю и скажу, правильно или нет. Все, Чезар остается. Чезар, две победы, ты уходишь. Нет, Бог любит троицу. Три. Все, ты отдыхаешь, а не держи с собой. Два. Коснулся, Гурян показывает, и понял. Стоп, Чезар. Значит, ты пока свободен. Идешь ко мне. А кто будет? Ты сами пока между собой. Значит, давай так, я тебя загружу сначала, чтобы ты устал. Что ты с ними бодался, сейчас не чувствуешь. Это молодец, хорошо. Так это здорово. Значит, о! Я не видел, не могу сказать. Я... Ты как сыр сразу, молодец. Вот, посмотрите, вот здесь был бросок. Но Угуряна первый вышел, а потом сделал бросок. Как делать вот в этом случае? Кто первый вышел? Он выиграл. Он выиграл, да? Да. Хорошо. А, значит так, стоп. Вы боретесь до 21 очка, у вас 0-0. Да. Вы боретесь до 21 очка, у вас 0-0. У вас 10 минут. Да. Смотри. Есть чучело. Время пошло. Время пошло. Значит, возьми чучело. Делаю так. Бросок через бедро. Да, нет, время идет. Бросок через бедро. Бросок сделал, да? Потом 10 отжиманий, 10 приседаний, 10 пресс и 5 пресс. Какой мешок? Он просто тяжелый. Если я сейчас выиграю 1 очко. Если ты выиграл 1-0. Если выиграл еще раз, то 2-0. 21 очко набрал, ты чемпион. О, смотри,
все зарыж, уже как ты делаешь. Отдыхай. Возьми, тряхнись, соберись. Не надо сразу опять лезть. Вы же три раза полез, три раза проиграл. Соберись, тряхнись, подумай. Есть, молодец, Даник. 3-3. И что тебя за ногу хватает? Подумай, что делать. Еще слух ведем. Вот, сейчас все по-другому. Видишь, уже тяжелее было. Хорошо, хорошо, Чеза, молодец. 4-4. Стоп, смотри, стоп, смотри. Давайте сделаем так. Вот смотрите, два человека борются, все остается так. Два человека борются, и тот, кто проиграл, начинает первый. Даже если вы держите руки, первый начинает, по команде начинает того, кто проиграл. Если он проиграл, то поставили руки. Вот когда две руки, надо начинать. Вот там 3-4 руки. Как же? И начинаешь. Тогда будет и уже и немножко. Не спеши падать. Вот сейчас Даник начинает. Да, можете еще так. 1, 2, 3. Вперед. Да. 6-4. 7-4. Отдохни ручки, встряхни, соберись. Не слышу, он говорит три. Кто проиграл, говорит, он говорит три. Держите. 1-1.
стойку. 7, еще 3 секунды осталось тебе. Хазима. 8, 9, 10, 1, 1. Нет, бади. Бади. Счет какой у вас? 17-11. Кто ведет? Я. Ты не спеши, Влад, не спеши, отдохни. А то ты сразу бросаешься устать. Подумай, поэтот. Вы готовы? Внимание. Хаджина. Раз, два, три, четыре. А ты? 3-1. Кто ведет, Али, да? Да. Внимание. Хаджина. Раз, два, три. Стоп. Стойку. Продолжаем. Хаджина. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мате. 3, 2. Внимание. Чувак. Раз, два, три. Счет 4-2. Отдыхаем здесь. Тут нет. Все, я чего зараз внутри устал, но значит, чуть отдохни. Я вижу, что ты готов. Приём. Не успели. Счёт 4-3. Он мёртв, он падал. Не-не-не, он падал на спину, но он развернулся. Ну, первый. Я не знаю, кто первый. Я не знаю, кто первый коснулся. Но если... Ты сказал мёртвое тело. Я думаю, что... Если падаешь и на спину падаешь, а он развернулся. То есть, он какое-то действие мог. Если он первый вышел, значит он первый. Если он первый вышел, значит... Ну, я тут тяжело. Я не знаю, я просто видел насчет этого. 4-3. Приготовились. Хочу. Я бы тебе дал. Решающий. Внимание. Хаджин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, четыре. Отыгрываться будешь? Нет, да. Разница должна быть 2 очка. Два. Сейчас. Внимание. Хаджин. Раз, два, стоп. Стоп, Мате. Отошли. И Хаджин. 3, 4, 5. Стоп. Стойку. Приготовились. Хаджин. 6, 7, 8. Как он говорит, а что это такое? А это холодец. А что такое холодец? А это там кости, рога, копыта. А, это для собак. И туда. Он, нет, ну ладно, пусть там
под этот, что там, ну ладно, пусть там лежит, говорит, я, говорит, когда вечером буду там лежать, съем. Хорошо, вы закончили? Да, да, можно. Хорошо. А? Можно в костюм. Мате, мате, поправь, вот этот мат сюда принесите, этот мат сюда. Это что, кость кишак? Да. Кость не кишает. Что? Кость не кишает. Так. У тебя мяса нет. Что там? Мясо. Скажи мне, мышцы? Мышцы. Так, пацаны, еще раз. Меньше.